Всем огромный привет! Мы находимся в детской. Это магазин Икея. И здесь рассматриваем ковры. Раньше выбор было гораздо меньше. Честное слово, сейчас они расширили свой ассортимент. Поближе подойдем, посмотрим. Но издалека это все выглядит таким образом. Вот так еще подальше. Тут, кстати, и подушечки тут же. Так что все-все-все рассмотрим. Вот эти коврики, можно сказать, визитная карточка Икея, но потом она ушла в массы, и практически каждый магазин пытается повторить что-то подобное для детей. Здесь плюс, что не скользит, у него такой подклад. Многие магазины удешевляют, ну, это, может, не магазины, а производители, и делают гораздо тоньше, который скользит по всей квартире, по полу. Здесь такого нет, по крайней мере, у нас проверено два таких экземпляра, все нормально. Кстати, даже маленькие неплохо стираются в машинке, ничего с ними не случается. Зеленый 75 на 133, но это именно маленькие, узкие. Кстати, да, раньше за такие деньги стоил гораздо больше. Тут они решили, видимо, уменьшить как бы, но как будто цена осталась прежняя. Только немножко картинка изменилась. Так, вот они, да-да-да, плотные, мягкие. Вот сковора поглощает звуки, еще по нему приятно ходить, все правильно. Берем, покупаем в таком виде. Так, тоже, кстати, здесь все они свернуты в полиэтилен, чтобы удобно было перевозить. Вот, это точно новинка. Ну, по крайней мере, может быть, не такая, что прям только вчера появилась, но тем не менее, кстати, здесь даже указано, что новинка. Не приела еще взгляд, не замозолила. Это новинка. Стоит 2000, латта 120 на 160. Вот какая новинка. Следующая тоже новинка 133 на 140. Все в цветных квадратах, разноцветный. Тоже 2000 стоит. Так. Там весь такой. Следующий вариант. 133 на 144 синий. Тоже все в квадратах. До него вообще не добраться. Вот такой. Данный более нежный 2000 стоит. 133 на 133 розовый бирюзовый квадратный. Ну, такой девчачий, он даже сердца есть, сердечки. Ковер. Так, 133 на 133. Тоже такой, только оттенки другие. Ну, смысл в смысле такой же. Смысл в смысле, ну, классно. 999 квадратный. 133 на 133 химахос. Дома. Что вот так далеко повесили, не для моего роста, не дотянуться. 133 на 133, а на тут про него акция. Следующий 1500 новинка. Так, тут уже можно посмотреть. Далее розово-белый длинный ворс 133 на 140, он 1999 стоит. Такой вот под комнату. Кстати, он сам длинный ворс, даже на видео видно здесь. Длинный ворс здесь практически нет. Комната, тут и кровати, кресла, половики, там и стулья, двери, и зонтик даже есть. 799, 100 на 133. Маленькое сердце 67 на 61, 249. Розовый 2500, 133 на 160. Он вот такой вот розовый, серый. И что у него тут? Есть даже рисунок небольшой. Так, 599, вот такой вот, и там улицы, дома, а какие у нас есть, кстати, их нет уже именно как рисунок, тут другие совсем, классиками 1000, ну, 500 тысяч, о, господи, 500 тысяч, все уже, 1500, 1499, звездочки, ух ты, это точно новое, кстати, красиво, интересно, такое серое, ненавязчивое, 2200, это 33 на 160, И у него такой же, смотрите, ворс тоже. Он мягкий, мягче, чем предыдущим. И такие ковры, это в заключении. Это маленькие, поэтому цены такие маленькие. Ну вот, все, что представлено на сегодняшний день. В принципе, количество много. Тут розовых поменьше. Новинки вот тут лежат. Так что выбрать можно, можно. Пойдем, и теперь посмотрим. Вот тут еще голубое сердце есть, не только розовое, но они тонюсенькие. Вот, совсем. А эти половики. А вот, кстати, да, в конце тоже он маленький, небольшой такой.
посмотрим немножко текстиль детский. Ну, я не думаю, что много влезет в это видео, так что будет обязательно продолжение. Красивое сердце на подушку. На подушку. Подушка в виде сердца. Я поняла, что когда я тороплюсь, я хочу очень много рассказать и показать. У меня начинает язык молоть отдельно. Это мозг. Он хочет все быстрее, быстрее, быстрее. Получается не всегда хорошо. Смотрите, чисто такой мальчишеский набор классного робота. И текстиль вот из Икеи, он всегда плотный, не просвечивает, знаете, то есть на совесть. Простыня есть цена, пододеяльник и одна наволочка. Так, тоже цену посмотрели. Тоже для мальчика робот. И собачка тут, и сердце. Посмотрим. Размеры, кстати, там я не сфокусировала, но это полуторки, но... Так как кровати практически все в Икее детские, они по 2 метра идут, то, соответственно, и вот эти все пододеяльники, наволочки огромные, большие. Подушка, вот такой набор. Тут их очень много, вот правда, смотрите. Как-то я уже снимала данное видео, но мне кажется, обновился ассортимент. И порядком стало. Так-то было немало, но еще добавилось. Тут также и подушки, и одеялки, и все. Вот это то, что мы смотрели, но в упаковке тут продается. И рядышком тоже, вот они, кстати, вместе были представлены, и вместе и здесь представлены. Так, то есть тут мы покупаем, тут мы рассматриваем. Пожалуйста, там плотная хлопковая ткань, обеспечит прочность и мягкость постельного белья. Постельное, детское, такое. Вот это животное. Цены примерно все 1500. Пододеяльник одна наволочка 999. Хлопок мягкий, комфортный. Он немножечко так, кстати, отличается. Понежнее будет, чем предыдущие. И цена у него, соответственно, сразу ниже. Пододеяльник и наволочка такой нейтральный. 1200. Размеры все идут такие, какие вы сейчас видите, на котором я остановилась. Такой вот черный интересный 2000. Вот и подушка, и все. Это уже покрывало и пледом. Что касается более такого девчачьего, то пойдем сюда, пойдем. Светло-оранжевый. Может, вот так вот посмотреть. Вот так и цены видно. И какая расцветка. Что тут у нас акция 1200. Фея светло-розовая. Вот она. На светло-розовый. И вот в упаковке 1200. Сейчас еще немножко вот так пройдем. Ну, то есть 100% хлопок, плотный хлопок и чуть-чуть помягче хлопок. Все качественно, очень приятно держать, смотреть, рассматривать. Тут же и простыни на резинке. Это вообще открытие века, кто придумал давно. Надо сказать огромное спасибо. Размеры есть, цены есть, и расцветки есть. Они однотонные. И, соответственно, внизу берем, что уже надо покупать готовое. Матрасы тут же. Тут же, кстати, да, 3000 стоит матрас. Это на матрасник 1200 водоотталкивающий. Вот. На картинке он показан. Вот отталкивающий на матрасник, вот та же, это вот он на резинке. Он. Все уже. Так, что еще в заправленном, чтобы посмотреть, разглядеть. Детские кроватки. Вот, кстати, просто два вместе цвета, и тоже интересно. Такой. Вот это уже нежное. В икеевском стиле. Чтобы удобно было одеялко заправлять. Видите, основа одна такая, другая уже без рисунков. Но прикольно, красиво. Тоже он вариант заправленной кровати. Хоть когда спрашивали мнение кровати для подростка, вот мне нравятся очень такие раздвижные варианты. Растет кровать вместе с ребенком. Они мне внушают доверие. Они мне нравятся, как они внешне выглядят. Так, это матрас.
Кстати, цена у него 3 лексбук. Такая, уже здесь речное дно. То есть без речного дна она дешевле получается. Морилка и белый представлены именно для этого. Но на сайте они тоже есть. Можно посмотреть. Такой даже, наверное, интересен. Тут вот, смотрите. 3,5, 5,8 и 8,15. Ну, может быть, не так это выгодно в плане того, что, видите, типа 15 лет. Ну, наверное. Но, опять-таки, они же большие. 200 сантиметров. Кто в 15 лет 200 сантиметров у нас, а? Так. Тоже это... Если что, была шутка, у нас все же вроде как в целом 15 лет, да и в 20, да и в 25 мало кто 200 сантиметров росту. Но есть такие. Так, что у нас еще из текстиля интересного? Посмотрим. Это мы смотрели. Подушки, вон, кстати, как сердечками тоже, как оно факто выглядит. В заправленном виде таким образом. Ну и все. Это уже гардины в виде окон. 1700, 120 на 300. Белые. 600 рублей. Мне кажется, я тоже это уже все показывала. Либо я уже просто привыкла. Вот такой расцветка 1500. Нежная. Очень нежная. Это 1300. Звезды. Ну все, на этом буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за внимание. Еще обязательно увидимся. До новых встреч и пока-пока.